Пришвартовались успешно. В законодательном собрании сегодня в торжественной обстановке прошла встреча, приуроченная к окончанию учебных плавательных практик Нижегородского морского клуба. 15 нижегородских юнг на всемирно известных парусниках «Крузенштерн», «Седов», «Мир» прошли настоящую морскую практику и побывали в известных портах Испании, Германии, Дании, Финляндии, Риги и Калининграда. После поездки все 15 человек вернулись домой, как отметили их родственники, по-настоящему возмужавшими. В память о поездке в законодательном собрании юнгам были вручены памятные сувениры. Добавлю, что это уже вторая поездка нижегородских ребят. За 2 года, благодаря поддержке правительства Нижегородской области, 25 школьников смогли на деле познакомиться с профессией моряка. Кстати, в этом году в плавание с юнгами отправились и 2 девушки. Такие ребята составят основу населения России. Мне кажется, чем больше их будет, чем чаще они будут попадать в такие ситуации, тем всем нам будет лучше. Мы будем поддерживать и дальше этот процесс. Вообще мне очень понравилось. Я рад, когда вот вступил на палубу, который оказался на самом деле такой деревянный, такой красивый. Вот. Потом, которую я также драил. Вот. Залазили на реи, на мартовой площадке. Очень красивый вид перед нами открывался, особенно когда были в море. У меня такие впечатления просто незабываемые. Я первый раз была еще и за границей. Я вообще всю жизнь мечтала попутешествовать по миру, по Европе на корабле. И это наконец-то свершилось, сбылось. У меня просто впечатления переполняли меня.